Оккупанты вон! Оккупанты вон! Вон! 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 А он ненормальный, походу. Куда? Кто-то ходит этот, как, в принципе, как националист, а сам они там это, поддерживают коммунистов. Но мы тут не репетировали, а мы, у нас эти пикеты уже это, давно, в принципе, 8 лет, каждую неделю. Так что у нас то люди есть уже... с оккупации Крыма еще с 14 года, с начала войны? Да, с 14 года начинали. Result поворота с Инема, Гайра! Мы тут уже многие лет, мы попробовали какие-то пикеты организировать там в Латвии и Литве, но они не перешли, люди там скажут, что они боятся, а эстонцы не боятся. Я сам чувствую, что мы уже это по кодам ходим, это дает депутатам тоже такое чувство, что это, о, мы никого-то не боимся. Так что этот мораль в Эстонии, в эстонском парламенте уже выше стал. Висловлюємо свій протест біля російського посольства. Тут багато туристів, багато людей буває на цій вулиці. Така вона більш популярна. Ходять багато туристів. Всі це бачать і всі нас підтримують. А мы понимаем, что сейчас Украина воюет за свободу Европы. И это, в принципе, как нас война тоже. Без перерыва, как бы погода ни была, мороз, дождь, мы тут стоим. Ничего нам не заважает, мы тут стоим и все. Когда в 24 году, в 24 февраля начинался, тогда уже 26 февраль пошли автобусы за границу, потому что мужики прошли на фронт, а семьи пришли в Эстонию. Так что эти мужики знают, что у них эта семья это в Эстонии, все нормально. Когда победим? Мы победим, давно уже надо было победить. А этот, весь Европа ищет свои яйца, яйца у них нет, они ищут Макрона. Ну а Макронов тоже нет, потому что они все потерпятся этого российского газа, они наркоманы России. Пару слов Путину вы можете передать? Нам не нужен это твое посольство, этот переедет. И Крым дай обратно. Потом этот кое-что еще скажу. Это во-первых. А все футбольные фанаты знают, кто пилот. Слава Украине! Героям слава! Эстонские футбольные фанаты тоже знают, что этот Путин хуйло. Дякуем эфиру. Ну, как говорили, кто под советской оккупацией был, вот они сейчас больше всех поддерживают Украину. Ну, мы знаем, что такое российская оккупация, нам это известно. Мы знаем, что такое российский оккупант. Он после себя оставил зруйновані районы у нас. Кто тут приехал, и россияне, они назад не хотят. Як розвалився Радянський Союз, вони всі захотіли залишитись за кордоном. Ніхто не захотів поїхати, мало хто поїхав. А залишились, звісно, тут в більшості були люди воєнні, діти воєнних, КГБ. В Естонії Україна вже побіділа? Да. Слава Україні! Да, героям слава! Смерть ворогам!